сегодня мы отмечаем 77-ю годовщину победы советского народа и его армии над гитлеровской Германией. Эта победа, конечно, досталась очень тяжело. Я только хочу сказать о сибиряках. Сибирь и сибиряки внесли в эту победу очень-очень много. Во-первых, это во Сибири было призвано больше 4 миллионов в ряды армии. Тыл обеспечивал полностью всем необходимым. Оборудовали, то есть оружие, боеприпасы, кормили, одевали по сезону. Так что вклад сибирский в эту прошедшую войну был очень велик. Отмечалось, что сибирские дивизии отличались, во-первых, стойкостью, не отступали, мужество дальше. Ну, такие, как героизм, было свойственно нашим сибирским дивизиям, сибирским солдатам. И они несли большой вклад. 20 сибирских дивизий, в том числе Красноярская, Ачинская, Канская и Абаканская, принимали участие в обороне Москвы. Немцы подошли к Москве, так, но за это время Генштаб начали поступать к Москве сибирские дивизии. Они остановили наступление немцев, вымотали их, и потом в декабре 45-го разгромили всю эту группировку. Освободили сразу Московскую область, Рязанскую, Тульскую. Ну, в общем, борьба за Москву продолжалась полгода.